1/32 муниципального этапа школьной футбольной лиги состоялась 8 апреля на базе Каспийского лицея номер 14. В этот день на поле встретили 6 команд из Каспийска и такое же количество из Кизилюртовского района. С большим удовольствием приветствую команды города Кизилюрта. Как это ни странно, вы наши гости. Мы очень рады, что вы здесь, ребята, и будем надеяться, что вам понравится. Школьная футбольная лига – это очень значимый проект для всей нашей страны. И очень приятно, что Дагестан не стал исключением, а во многом стал даже амбассадором этого движения. И мы очень надеемся, что игры, которые пройдут сегодня здесь, будут отличаться высоким уровнем, как на поле, так и вне его. На поле встречались команды, игроки которых – это ученики 3-8 классов. Отметим, что организаторами муниципального этапа являются администрация городского округа, управление культуры и образования Каспийска. Как отметил замначальника по молодежной политике Казбек Якупханов, в этом году в нашем городе планируется сделать большой упор на данный вид спорта. Футбол – это игра номер один во всем мире, и поэтому мы здесь хотим его активно развивать, благо уже у нас фундамент прочный заложен, и поэтому в этом году много различных первенств, турниров, в том числе мы хотим возродить кожаный мяч. Ну и, конечно, самая амбициозная задача, которую мы перед собой поставили, это возрождение футбольного клуба города Каспийска. По итогам соревнований победу одержали каспийчане. Среди 3-х классов это лицей номер 14, 4-х – школа номер 15. Победителем среди 5-х классов стала школа номер 6, 6-х – выиграла школа номер 12, 7-х – школа номер 6 и 8-х – школа номер 1. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».